Добро пожаловать в Инфосферу. Представляем вашему вниманию список лучших фильмов для подростков. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Привидение. Каждый день он просыпается в новом теле. Его утро – это новый дом, новая семья, новые друзья. Он – бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но однажды он встречает Рианнон, и каждый день превращается в попытку вернуться к этой девушке, ставшей для него той самой единственной. Теперь им нужно найти способ остаться вместе. С любовью, Саймон. Старшеклассник Саймон скрывает от друзей свою гомосексуальность, но его переписка с анонимным возлюбленным попадает в чужие руки. Первому игроку приготовиться. Недалекое будущее, энергетический кризис в разгаре, половина населения Земли на грани выживания. При такой удручающей реальности виртуальное пространство – единственный достойный выход. Бумажные города. Выпускник школы Кью Джейкобсон с детских лет тайно влюблен в свою прекрасную и дерзкую соседку Марго Ротшпигельман. Поэтому, когда однажды ночью она приглашает его принять участие в карательной операции против ее обидчиков, он соглашается. Но придя в школу после их ночного приключения, Кью узнает, что Марго исчезла, оставив для него лишь таинственное послание, которое он должен разгадать, чтобы найти девушку. Виноваты звезды 2014 года. Хейзел больна раком. Несмотря на то, что болезнь временно отступила, девушка не чувствует ни капли радости. Она ходит в группу поддержки, где однажды знакомится с Огастусом Уолтерсом и моментально влюбляется в него. Огастус и Хейзел отправляются в полное страсти жизни путешествие, которое лишний раз покажет им, что весь смысл жизни можно найти в любом ее отрезке. Хорошо быть Тихоней 2012 года. История о Чарли, ученике старшей школы в Питтсбурге, стеснительном и непопулярном. На наших глазах Чарли взрослеет, меняется круг его общения, меняется его мнение о мире. Отважный Ю. Фильм расскажет о смышленном 13-летнем мальчике Ю, который убежден, что жизнь опасна. Для того, чтобы пережить молодежную школу, следует избегать такие ловушки, как однокашников-забияк, опасных для здоровья занятия спортом и симпатичных девочек. Сумерки 2008 года. 17-летняя девушка Белла переезжает к отцу в небольшой городок Форкс. Она влюбляется в загадочного одноклассника, который, как оказалось, происходит из семьи вампиров, отказавшихся от нападений на людей. Влюбиться в вампира – это страшно? Это романтично, это прекрасно и мучительно, но это не может закончиться добром, особенно в вечном противостоянии вампирских кланов, где малейшее отличие от окружающих уже превращает вас во врага. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!